В Великом Новгороде и Боровичах стартовала новая конкурсная программа по стандартам WorldSkills. Но соревнуются теперь не молодые профессионалы, а опытные мастера серебряного возраста. Статус 50+, не повод расслабляться. Повышать свои профессиональные навыки важно в любом возрасте. В этом уверены не только организаторы, но и участники категории «Навыки мудрых» 3-го регионального чемпионата WorldSkills. Условия такие же, как и для молодых профессионалов. Все те же 6 часов и все тот же казанский ЗАГС в керамической плитке. Руки не дрожат, взгляд сосредоточен, не торопится, следят за качеством. Более степенно, без дергания, то есть опыт профессионализма все равно уже есть с возрастом, да. То есть уже лишних движений не делают, все уже отточено как бы, да. Ну, посмотрим, как что. Среди конкурсантов и практикующие строители, и преподаватели новгородских колледжей. Тот самый случай, когда наставник встает на место своего подопечного. Бесценный опыт, который поможет в подготовке к следующим чемпионатам. Мы за ними смотрим, студенты за ними смотрят, как они вообще в этой профессии, в этом направлении, как они работают. Естественно, и для них это важно, попробовать себя уже по стандартам WorldSkills, они никогда этого не делали. То есть уже посмотреть на новых станках, на оборудование, которое приобретено именно для этой площадки. Всего же в рамках 3-го регионального чемпионата опытные профессионалы проходят испытания сразу в 3 компетенциях. Это облицовка плиткой, долговременный уход и электромонтаж. Лучшие из категории 50+, равно как и молодые профессионалы, отправятся отстаивать честь региона на национальный этап в Казань.